С завтрашнего дня начинается прием заявлений на единовременную выплату школьникам. Деньги смогут получить те семьи, у которых есть дети от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позднее, чем 1 сентября, а 18 – не раньше 2 июля. Для того, чтобы получить выплату, нужно подать заявление. В личных кабинетах магаданцев на портале госуслуг уже начали появляться заполненные формы. Родителям нужно лишь убедиться в правильности данных. Сейчас семье обязательно нужно внимательнейшим образом проанализировать информацию, которая к ним поступила от Минцифры, буквально прям по точкам. И особо внимательно нужно посмотреть на реквизиты счета, потому что это самая часто случающаяся ошибка и проблема в наших взаимоотношениях. Мы получаем документ человека, принимаем решение на выплату, отправляем деньги, и они возвращаются. Поэтому, чтобы такого не происходило, вот, очень желательно внимательно посмотреть все, что есть на счете. Сумма 10 тысяч рублей. Если в семье несколько детей указанного возраста, то выплата будет произведена на каждого ребенка. Эти деньги, как доход семьи, не учитывают при предоставлении иных мер социальной поддержки. Единовременная выплата будет зачисляться на карты всех платежных систем и на банковские вклады. По данным ПФР, на такую льготу имеют право около 26 тысяч юных коломчан.